Зачем Месси прислал сок Рыжикову? Лионель Месси забил за свою карьеру больше 800 мячей. Пару лет назад Месси совместно с пивом Budweiser придумали акцию. Они отправляли ящик пива всем голкиперам, которым забивал Лео. Было одно исключение – Сергей Рыжиков. Ему Лео отправил пачку сока с цифрой 0. Дело в том, что Месси играл против Рыжикова 4 раза. За эти 4 матча Лео так и не смог огорчить Сергея. В знак уважения он отправил ему сок.